Это вообще. Они реально купаются. Вообще нормально там. Винка полезла там. Сейчас она залезет в фонтан. Красавица наша. Что, полезла в фонтан? Холодная, да? Она еще хлорированная сильно. Ну, дезинфицирует мальчик в носы в фонтане. Дети, видишь? Дети обалдевают. А? В общем, Маринка в фонтане. Красавица. А! Класс. Вот нормальное детство, не за компьютером смотрю. Нормальное детство. Товарищи, вот это нормальное детство. И остались еще дети, которые умеют играть. Ладно. Ладно. Ты что там задираешь, что тебя не доходит? Ладно, Марина, это сделала. Все. Смотри, там не скользко. Нет. Марина у нас фонтан. Красавица. Смотри, оно когда начнет, ты будешь вся мокрая. Оно когда заплещется. Вот видишь. Красавица! Ну смотри, на тебя не брызгает. А, надо вылезай, да. Это бешеные подростки. Ага, все. Даже до меня долетело. Это дети. А, Марина в фонтане покупала. А, все классно. Я же говорю, тут фонтан не самая главная проблема. Здоровое детство, да. Да, я все сделала. А, класс. Все, они бесят. Потом снова мазать по дяге, да? Так, да. Ну, смело, конечно.